Коллеги, сегодня тема «Пишем главу». То есть, что это? Это значит, пробегаем по... сегодня компактное изложение всего того, что мы долго-долго-долго с вами проходили. Вот. Поэтому ничего нового. И вообще-то, может быть, даже это практически бессмысленная такая темка. Вот. Или, может быть, ее надо было сделать еще давно раньше. Вот. И... вот по плану она вообще что-то у меня здесь стоит. Кроме того, те наши чемпионы, то есть Волжская группа и Олег, еще раз прислали уже исправленные, доделанные, не исправленные, а доделанные, то есть уже практически придвинулись к концу, практически уже сделали все, и практически это и есть наши образцы. Поэтому я сделал так. Я успел даже Олега вставить, хотя сегодня утром получил. Вот, поэтому я предлагаю сначала мы глянем вот эти кусочки и посмотрим, что у нас получится вот с моей этой теоретической нудной рассказом. Потому что, может быть, он уже и не понадобится. Если быстро пробежим, то успеем еще и то, и то. Если нет, то я думаю, вот эти реальные ваши участки, это ценно для вас, это ценно для всех остальных, кто медленнее работает, мы на них и вы посмотрите. Вот это сделано очень хорошо. Коллеги, правильно? Поэтому давайте так и приступим. Поехали. Сначала пример эти. Ваши не примеры уже. Теперь это уже не примеры. Теперь это уже результаты. То, ради чего мы и собирались, коллеги. Вот те вот, два человека фактически, вот, ну еще может быть несколько человек доделают. И вот это для кого не зря прошло наше общение. Вот, так, задание уже не ППР. А, ну ППР, почему ППР? Потому что ППР не построить без всего остального. Для того, чтобы построить ППР, нужно сделать все промежуточные шажочки. Собрать исходные данные, описать участок, определить тип услуг процесса, оценить плановый формат, оценить глубинный, посмотреть, могут ли быть пойменные протоки. Если вы все это сделали, то ППР потом уже строится чисто механически. Вот, все. Итак, поехали сегодня. Так, а, это вступление, ну ладно, это пропускаем. Так, это тоже пропускаем, это тоже пропускаем, это вы все знаете. Так, во! Вот это сегодняшняя темка, которую вот я хотел последовательно рассказывать. Это фактически в какой-то мере, много раз я подобное уже показывал, но там в основном у нас было вот это. В основном были плановые, глубинные оценки пойменных проток, да? А теперь мы еще уже из вот этих непосредственно живых действий, мы теперь компонуем уже красивый отчет, который... И не очень-то большой должен быть, он должен быть маленький, это должно быть самое главное, та суть, те ваши отвлечения, те ваши мысли, которые там, те ваши проблемы и действия, вот здесь уже не особо не прописываем. Вот, и тут все выделено разным шрифтом, жирным и поменьше, нежирным, там, бледненьким даже. Это что? Здесь иерархия, что у нас главное, что не главное. Коллеги, вот эта цель у нас самая жирная, самая главная, и это вообще супер-супер-супер. Главное, чтобы этот ваш результат-то был построен. Вот, затем, тоже жирненькими, это что? А это и есть сам профиль. Только те действия, плановые, глубинные, пойменные протоки, которые нам нужны сделать предварительно, чтобы, это обоснование ППР. То есть ППР это сам ППР, а действие перед этим, оценка, это уже его обоснование. Вот и все. И остальное все ненужное. Остальное все так. Вот исходные данные все-таки еще черненьким, потому что, уже побледненьким. Потому что, хорошо, если вы его перечислили. Не перечислили, ну, что поделать. Вот, рекомендации в конце тоже это такое вот факультативное. Это вот, если у вас есть что сказать. И самое-самое такое ненужное, в общем-то, на чем мы долго с вами сидели, это ненужное для отчета. Это нет обязаловки, чтобы вы прописали туда описание участка, определение типов процессов, какая-то теория. Это не, нет. Если этого нет в отчете, то никто не вправе вас покритиковать. Вас вправе покритиковать, если у вас нет ППР самого. Вот. Но все, тем не менее, все равно это нужно для вас. Для нас, для конкретно по этому участку, это вот наше то, это то, что мы реально делаем. Вот мы когда описываем участок, это что? Мы формально описываем участок, на самом деле это не описание участка, на самом деле это инспектирование, это понимание, это изучение. Это вот просто оно вот излагается у нас в таком виде, удобно. Так, коллеги, но... И вот сейчас бы я хотел следующим слайдом уже идти, идти, идти. И вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь подраздельчиков в нашем разделе прошлого процесса. Я хотел вот восемь этих подраздельчиков и сделать. И это есть в этой презентации. Но перед этим участки. Потому что они